Вот мы слышали на пленарной части, прозвучали ряд предложений, которые, в принципе, ответили на те вопросы, которые для меня были важны и актуальны. И прежде всего, это передача полномочий, управленческих полномочий различным структурам, в том числе и структурам государственного общественного управления. Почему именно для нас важна эта тема? Ну, мы уже года два в рамках школы практического менеджмента достаточно основательно занимаемся государственным общественным управлением, конкретно наш муниципалитет. И вот, вот это направление, а именно передача полномочий органам и структурам государственного общественного управления, считаем наиболее важным. И кое-что в работе уже в нашем муниципалитете, естественно, реализовали. Есть некоторые моменты, которые у нас получились. Безусловно, есть ряд проблем в этой части, и мы хотели бы, и я хотел лично, как руководитель муниципального органа управления образованием, услышать ответы на эти вопросы. В частности, какие конкретно полномочия, каким конкретно органам государственного общественного управления, структурам эффективнее делегировать для того, чтобы была именно качественная работа. В качестве примера могу сказать, что в 2014 году, в мае 2014 года, проводили мы совещание клуба «Учитель года» и совместным решением делегировали этому общественному объединению разработку плана внедрения стандарта педагога в Целинном районе. И на основании вот того, что они нам наработали, вот того опыта, было принято управленческое решение и утвержден план внедрение профессионального стандарта педагог в Целинном районе с учетом тех кадровых ресурсов, которые у нас есть, с учетом наших особенностей и с учетом особенностей нашей образовательной системы. Нам удалось использовать ресурс как раз вот этих краевых объединений. Клуба титовцев и клуба учителей-новаторов. Клуб учителей-титовцев был у нас в Целинном районе, представляли свой замечательный опыт. Более 110 человек, педагогов Целинного района, участвовали в работе этого семинара. Крайне интересный, крайне важный для нас опыт был представлен. И я скажу, что ряд педагогов наших заинтересовались достаточно основательно тем опытом. И надеюсь, что то, что увидели, то, что удалось перенять, будет реализовано у нас в районе. Также клуб учителей-инноваторов. В прошлом году наша учительница Воеводской средней школы Нина Васильевна Троян была принята в клуб учителей-инноваторов Алтайского края. И вот по ее инициативе, по согласованию с клубом учителей-инноваторов, нам удалось в этом году реализовать два мероприятия не только в Целинном районе, но и на ряд муниципалитетов Бийского образовательного округа. Итоговое мероприятие прошло у нас в Первомайской школе номер 2 Бийского района. Это конкурс методических разработок учителей русского языка и литературы в контексте внедрения стандартов нового поколения. Безусловно, школа практического менеджмента так или иначе повлияла на принятие вот таких решений. Реализовать узким достаточно коллективом специалистов комитета по образованию весь тот объем задач, которые ставятся перед нами современной образовательной политикой, но не то, что невозможно, но очень и очень тяжело. Поэтому, естественно, нужно использовать и другие ресурсы, включая и общественность. А общество, социум, оно все-таки старается влиять на образовательную политику все больше и больше. В этих условиях мы же должны соответствовать, мы же должны менять свои подходы к управлению. Школа менеджмента в этом нам, безусловно, поможет.